Я приготовила на курином бульоне кашу из перловки с добавлением листьев крапивы. Во дворе полно крапивы, она еще не зацвела. Я уже ранее снимала ролик, как я собираю крапиву, как промываю и так далее, все, что я делаю с крапивой. Вот сегодня я решила приготовить перловую кашу с крапивой. Получилась такая исключительная вкуснятина. Вы попробуйте. Это очень вкусно. Во-первых, и полезно. Так что вот так. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Я еще что-нибудь расскажу.